Зло.ру. Это же ДВД Куми-Куми. Я позову Лобика смотреть. Ты мешаешь мне спать. Посмотри на мой компьютер. Вот он, ДВД Куми-Куми. Он стоит на 10 миллионов долларов. И вот, посмотри на копилку. Так. Я думаю, что мы затратили деньги за еду и за магазин и за товарами. А давай мы дадим лимонад и получим деньги. Давай. Лимонад, покупайте лимонад за 200 долларов. Что? Лимонад? Дайте мне, пожалуйста, лимонад. Только на 200 рублей. Держи. На тебе лимонад, попей на здоровье. Спасибо, дорогое. Это мочаети. Ах так? Я вас поймаю, придурки. Вам не убежать. Прячемся сюда. Ты где? И зачем мы продали лимонад из мочи? И вот уж 200 долларов придется в копилку класть. Идея! Лобик, а давай ограбим банк и получим 10 миллион денег. Давай! Ну вот теперь ограбили банк за деньги. Теперь пойдем домой. А ну стоять! Вы арестованы! Нам пора бежать. Тут полицейский гонится. Вам не сбежать! Я вас все равно поймаю! Моё лицо! Лобик, держи мешок с деньгами! А я возьму деньги и спрячусь в этот дом. А давай попоем песню и кладут мне деньги. Давай! Эй, дорогие телезрители, сейчас пою песню под названием «Бадам, вы сюда!» Кладите деньги сюда, я спою. И вот мы получили 10 миллионов денег, и я пойду в копилку класть. Получил много денег! Я теперь буду купить ДВД Куми-Куми! Я зайду в магазин и только оставайся дома. Не шали без меня. Вот и я купил ДВД Куми-Куми. Ну как, ты доволен? А ты купил «Жила-была царевна» на ДВД?